поехать на Ереки. А по весне тут она очень и очень хорошо ловилась. Первый заброс приносит нам сразу же рыбку. Пока что происходит что-то непонятное. Весь воблер в пасти у рыбы. Рыба сегодня активная. Небольшой воблерок в размере 100 миллиметров. Вот у наших друзей также случилась первая поклевочка. Горный Алтай – центр Евразии. Здесь обитает самая многочисленная популяция сибирского козерога. На Алтае вы сможете в полной мере реализовать возможности дальнобойного высокоточного оружия –